Я возле хостела, в котором живут украинцы, приезжающие на работу в Варшаву. Давайте посмотрим, как они живут. Ну, вот такая комната. Здесь на 14 мест. Двухэтажные кроватки. Где-то есть тумбочки, где-то не вижу. Смотрите, какие большие отопительные батареи. Так, и что-то у них тут еще есть отдельно. Давайте посмотрим. А, ну это типа сушилки пока используются. Гладильные доски есть. Утюги дают. Тоже имеются. Ну, здесь даже шкафчик есть. Комната мальчиков. Я считаю, что достаточно мальчики живут аккуратно. Мальчики здесь проживают самого разного возраста. От 18 и до 50+. Те, кто постарше, вспоминают СССР. А откуда приехал-то? Я с Кулинской области. Ясно. И что у вас там хорошее? Фу. Она самая лучшая. Поэтому вот здесь. Да. Сейчас. На работу с 8 до 5, зарплата два раза, денежки два раза в месяц стабильно. А сейчас что? Все то же самое, только за границей. С 8 до 5, да? Ну, как себе, пожалуйста, как уже договориться. Ну, вы официально работаете? Да. Официально, да? Да, это все. Я, конечно, по воинской визе. Кухня. Здесь два таких больших холодильника. Вот такие столы. Чем-то они мне очень напоминают рыцарские столы в замках старых. Вот. Так, шкафчики. Для мусора контейнер. Видите, здесь газ используется. Две плиты. Выдается. Вернее, здесь имеется изначально несколько кастрюлек. Сковороды, ну, какие-то столовые приборы. Вот есть чайник общий. Вот такого уже получился вида. Вот. И, конечно, еще вот есть даже микроволновка. Вот. И смотрите. Еще шкафы, и, конечно, здесь уже каждый может иметь свою личную посуду. Что, ребят, и есть. Я вообще не снимается, оказывается. Мне то все равно. Я тут, пожалуйста, снимаюсь. На трех человек-то с картошкой. Это сколько? Килограмм? Больше? Килограмм. И мои маленькие варенички. Пироги. Ну, как больше работает, так... Положи железный мост. А? Железный мост, а тут ничего не уронил. И печь не уронил.
Фиш. Звезды вы мои. Ваня, ну покажи. Рабу. Покажи спереду. Двух, ну с каких? Меня возьмете хоть? Это Оксана приехала убираться. Такой небольшой коридорчик, как бы проходной. Это Оксаночка там убирается. Это меня видно. Так, значит, здесь вот раковины две для умывания и отдельно как бы раковина кухонная получается. Ты сам сказал, ладно, так. Ну, у меня вроде, я имею в виду, что... Ну вот, а сильный мальчик не мог включить. Было так. Так, Оксаночка, и ты убираешь вот все и посуду за ними моешь? Ну, посуду хлопцы сами за собой моют, так что все в плане... Точно моют? Так, ну, сегодня пришла на голову посуду грудной, так что на столах тоже чисто. Чисто, я им тоже попросила, сказала. Ну, вони в нас, ты хлопцы, але... Точно, мужчины есть мужчины. Здесь освещение не очень хорошее для съемки, ну как есть, все покажем. График дежурств. Места общего пользования. Туалет. Их здесь два. Сушилки для белья. Душевая кабина вот такая. Стиральная машина. В общем, ребятам здесь нравится. А еще чем лучше? Ну, лучше тем, что тут чистота. На том постеле грязно всегда было. Никто не убирал. Тут классно, тут и для ребят нормальные. Потоить можно. Я там кухня была маленькая, у меня там 8 человек было. В принципе, всем. Ну хорошо, а сколько вот вы платите за, как сказать, за место? 600 мы платили. Нет, здесь вы заплатили 600? Нет. Там? Да, 600. А здесь? 450 в месяц. 450 злотых. Ты смотри-ка, просто как хорошо-то оказывается. Да. Thank you.